Как вы уже правильно догадались, в сегодняшнем видео разговор у нас пойдет о предметах декора из муранского стекла. Одна из фабрик буквально на днях прислала нам коробку с потолочной люстрой из стекла. Мы сейчас с вами воочию убедимся, что заказывать стеклянные предметы декора не представляет никакой опасности. Они приходят в целостности и сохранности. Ну что, начнем? У нас с вами совершенно обычная коробка из картона с логотипами фабрик, проклеенная скотчем и закрытая на скобке. Для открывания нам понадобятся ножницы, либо отвертка, это не очень принципиально. В каждой коробке обязательно идет нарезка из пенополиуретана. Внутри коробки лежат упакованные отдельно друг от друга элементы от нашей потолочной люстры. При вскрытии коробки надо быть максимально внимательным, потому что некоторые мелкие элементы фабрика кладет отдельно, и в общем габарите коробки можно их заметить и выкинуть вместе с отходами. Каждый элемент фабрики обязательно упаковывают отдельно друг от друга, используя специальную пленку, а также прокладывая между элементами бумагу. Внутри у нас находятся вот такие элементы. Самый важный момент. Когда мы только начинаем распаковывать каждый из наших элементов, нам, в принципе, уже становится понятно, вдруг какой-то из них при транспортировке получил сколы, либо трещины, либо какие-то увечья. Пугаться этого ни в коем случае не надо, так как каждая фабрика в абсолютно сжатые сроки меняет элементы, присылает новые детали. Работать всегда стоит в перчатках, потому как дело мы имеем со стеклом. Как бы хорошо не полировали и не шлифовали края на фабрике, всегда существует вероятность, что мы можем пораниться, либо получить какой-то небольшой порез. Да, и обязательно в каждом предмете декора внутри в коробке лежит сертификат качества, который подтверждает, что изделие сделано с соблюдением всех старинных технологий мастерами-стеклодувами вручную. Насколько простой не была бы наша модель светильника, не стоит забывать, что собирать его лучше все-таки профессионалу. Поэтому приглашаем нашего сборщика, чтобы он нам помог сделать все грамотно и четко. Кто быстрее? Все-таки доверимся профессионалам. Блин, какой классный светильник. А куда же вы уходите? Отдайте 5. 5, мы же... Мы команда. Спасибо. А теперь сюрприз. Самый внимательный зритель получит подарки от компании Трио и муранских световых фабрик. Следите за нашими новостями. Не будем, да, сильно прям уж шутки шутить. А есть программа, которая убирает? Используйте программу Васю. Вы же это вырежете, правда, потом? Нет? Все?